А мы начинаем третий день выставки Pro Expo, и у меня в гостях Андрей Штефан. Андрей, расскажите, пожалуйста, с какой продукцией вы приехали к нам на выставку? Здравствуйте, спасибо. В этом году значит, мы с тобой привезли два напитка основных. Это наша флагманская обычная медовуха, нам сказали в кадре ее не показывать, и безалкогольная наша линейка меда, в которую входит натуральный сок, натуральный мед и вода. Все, то есть без сахара, без ГМО, без всяких вот химикатиков. Вот такие вот натуральные продукты мы делаем. Ваша компания называется «Традиция предков». Почему вы так назвали компанию и сколько лет уже компания, сколько вы занимаетесь производством медовухи? Компанию я основал в 2009 году. Собственно, с 2009 года я занимаюсь производством напитков натурального брожения из меда. Вот. Компания «Медоварня» традиции предков. То есть, ну, «Медоварня», потому что мы перерабатываем мед во всевозможные его напитки, которые мы можем придумать. А традиции предков, потому что мы используем только старинные натуральные рецепты и подход без химии. Все натуральное. Самое Скажите, какие у вас ожидания от выставки Протэкспо? Чего надеетесь достичь? Может, завести какие-то контакты, заключить договора? Да, задача попасть как можно в большее количество разных торговых сетей. Ну, желательно какие-нибудь такие, которые а, в целом сегменте средний. То есть хочется а, вот там перекресток, может быть, то есть побольше расширить, а еще какие-нибудь интересные сети. Вот. А на каких прилавках торговых сетей уже представлена ваша продукция? Безалкогольную продукцию мы произвели буквально недавно, то есть мы только ее презентуем, еще нигде не представлена, а э, наша стандартная медовуха, она представлена во вкус Вилли, 80% объема это наша медовуха, а в Перекрестке, ну, Липецк, Воронеж, вот, э, там стоит тоже медовуха нашего производства и другие разные розничные сети, ну, региональные, магазинов по 50. Андрей, спасибо. Желаю вам удачи. Приходите к нам 14 февраля и подведем с вами э, отчет, так скажем, сделаете, э, что удалось достичь за время проведения выставки Прот-Экспо. Хорошо. Спасибо. Вам.